Президент Аргентины Кристина Фернандес стала объектом критики со стороны китайских интернет-пользователей за свою неуместную шутку в сети. Политик находится в Китае с трехдневным визитом для укрепления двусторонних отношений между странами. В среду Фернандес написала на своей странице в Твиттер сообщение, спросив, действительно ли на одно из мероприятий все китайцы пришли только ради риса и нефти. При этом в словах «райс» – «рис» и «петролиум» – «нефть» она намеренно заменила буквы «р» на «л», намекая на смешное произношение китайцев. Получилось «лайс» и «петролиум». Многие жители КНР сразу обрушились на нее с критикой, посчитав шутку политика неуместной. Один пользователь написал: «В Китае есть китайский язык. Очень жаль, что в вашей стране даже собственного языка нет». Позже Кристина Фернандес разместила в Твиттер еще одно сообщение с извинениями по поводу неудачной шутки. Министерство иностранных дел страны этот вопрос комментировать отказалось. Напомним, Твиттер в Китае заблокирован. Однако многие используют специальное программное обеспечение для обхода цензуры в интернете.